Привет. Наша героиня случайным образом попала в мир чертового зомби-апокалипсиса, в котором творится полный хаос. Ее задача выжить, и никак иначе. Посмотрим, что из этого выйдет. Оклемавшись после очередного депрессивного винного вечера в одной из квартир жилого дома, наша неудачница отправилась на осмотр помещения, дабы найти что-то полезное, и первой навстречу ей попалась ванная с небольшим набором вещей. Макияж, краска, немного медицинских средств. Далее, пройдя в сторону спальни и балкона, единственной на ее взгляд полезной вещью оказался карандаш, который, возможно, как-то пригодится. Хотя это вряд ли. Книги, фонарик, еда и прочее являются неотъемлемыми частями выживания, поэтому не взять это было бы большой ошибкой. Итак, взяв все необходимое из начальной квартиры, наша героиня дальше отправилась по этажам, заходя каждому соседу по пути. На полках были очень интересные и полезные книги, но, увы, они остались пылиться. В одном из шкафов удалось найти очень хороший рюкзак, а в ванной крайне необходимые медикаменты. Наша героиня очень любит модничать, поэтому не удержалась от возможности урвать приглядевшуюся одежду. Финальной находкой перед выходом из дома стала гитара. Она станет отличным оружием в ближайшее время.